Jetfire, report in. I read you, Perceptor. I'm holding over the impact site. Our mission is a go. I've taken the liberty of reprogramming a Decepticon maintenance probe. Simply follow the diagram I'm uploading. I used to be stationed on Trypticon, remember? I could find my way. Your knowledge is predicated on the erroneous assumption the layout was not altered in the transformation from space station to smoldering wreck. Point taken. Well, lead the way, little buddy. Окей, гайз. Всем привет, ребят, с вами Лит, и мы продолжаем с вами играться в Трансформер, восьмая часть, мы тут уже летаем на самолете. Кстати, у нас там... А, коробочек нет у нас, так что все намного проще. Полетаем немного, посмотрим, что у нас здесь может ждать. Так, мы умеем стрелять, и больше мы ничего... А, мы еще ракеты умеем стрелять. Хорошо, это хорошо. Ракеты умеем стрелять, это очень хорошо и здорово. Так, ускоряться мы быстро не можем. Вау! Трансформироваться мы можем. Хорошо. Incredible. Some of this place still functions. Yes, my readouts indicate individual subsystems are still operational. But Trypticon Spark is likely inert. Any activity is likely the result of automated systems. Why did that sound like a question? Что мне сделать? Вот как это работает. Что, здесь тоже надо мне приземляться, да, получается? There we go. А тут, а что мне делать? По-моему, вверх надо лететь. А, все намного проще. Good job. Welcome back. О, мы его нашли. Нам за ним следовать нужно. Kindly warn me before this place tries to kill me next time. Вверх, и здесь у нас огонь, здесь у нас медные трубы, и здесь у нас загрузка. Давай, загружайся. Strange. This Decepticon gear is new. Оп. How did he get in here? Well, that's how. Кстати, я поставил перк, потому что наши враги будут взрываться. Не знаю, насколько это круто, но... Сейчас мы все выясним. Так, у нас тут оружие нам предлагает, кстати, сменить. У нас, если я не ошибаюсь, снайпер, когда находится. Кстати, довольно классная сама по себе. Либо на дроп сменить. Нет, давайте я снайпер. Если мне снайперки поближе будут. Снайперские винтовочки. Так, здесь мы можем поменять арсенал, точнее говоря, проверить, что у нас включено в качестве основного. Типовая пушка, и все, погнали. Вот что-то у меня камера зависла. Starscream. Quit your dallying! Worthless hulks of scrap, all of you! Starscream, sir? What exactly does Lord Megatron want with all this energon? Lord Megatron does not know we are here. And if any of you tell Lord Megatron, you will cease to exist. Compute. Все кнопки перехватил, чтобы найти. Got it. We was never here. Then get back to work. I'm going to check on the transports. Тоже летающий говнюк. Perceptor, I'm not alone. Starscream is here, along with some goons. Interesting. Do you believe they have anticipated our objective? No, just scavenging. Starscream is always looking for an edge. I know you do have history, but I suggest you focus on your task. Obligation over retaliation. They're not mutually exclusive. You scrap-eating fuck! Oh. It's been ventilated. Try the plate on your CPU. Здравствуйте. Что-то, по-моему, не попадаю, отстаньте от меня. Так, все, всех обезвредили. А вот еще есть парень. Еще, пожалуйста. Это вот тебя надо обезвредить, что ли? Не, вот с тобой надо по-другому справляться.
Здесь... Чё-то здесь как-то я фокусил, по-моему, нет? Вот это. Так, ну, по-моему, все, да? Все зачистили, ничего такого. Полетели. Так, дергаем вниз. Давай, 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 открывай. Овье. Ну, чтобы долго не разбираться. Так, где это место, в котором я спасался от них? Вот это место, где был изначально. Так, первое, что мне нужно сделать, это уничтожить его робота, который его ремонтирует. Например, вот этот раз. И здесь еще второй должен быть. Но его не видно. Минус. Два, три, четыре, пять. О, вырубился. Даже не нужно уничтожать самого. Как это мило. Только не мило то, что у меня патронов теперь нет. Так, вот патрончики здесь. Здесь. Слушайте, подгоните ко мне пачку патронов. Нет, не хотите? Ну ладно. Я покажу вам свою. Услуги, услуги, поиск, транспорт. Давайте, в общем, открываем второй зал. Там кто-то убежал. Явно не хотел с ним убиться. Сваливаем, сваливаем, ребята, на бесплатную, дистанцию. Ах. Все, клир. Take to the sky. Так, мы, кстати, открыли же какие-то ворота. Давайте их проверим, или это не эти ворота мы открыли. Странно. А эти ворота открыты? Красненькие? Нет, нет. Ну, значит, наверх нужно. Да, еще вверх. Давай, 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 давай. I've opened the airlock. I'm heading in. Good, good. You're getting closer to Tripticon's weapon control systems. Keep going. Ну что, поехали. Ой. Блин, это так круто, ребята. Знаете, вы трансформируетесь прямо на ходу и прям обратно используете удар и снова вы трансформировались. Вообще такое. Thanks for the warning. Don't worry. I won't jeopardize the mission. Найс, мы куда-то поехали. Watch out! The turrets have detected you! Yes, fire! So, the Air Guardian returns! Decepticons! Don't let him get any further! Может, как одним выстрелом, что ли? Нет? Umbridge, heat this! Shooting you guys is actually boring! Так, еще одна. Так, ну все остальное, в принципе, изичное, так что я предлагаю здесь использовать снайперку. А, не, вот еще тут трекер.
Megatron will use grenade on the way out. Иди ко мне, дорогой. Найс. Ему не понравилось. Там. Так, там другие патрончики, да, используются? Ладно, поехали. Starscream knows I'm here now. А, стоп. Эту штуку надо подобрать. Обязательно. Какие-то туннели, знаете. Так, нужно восстановить свою броньку. Здоровье не трогайте, пожалуйста. Так, один. Второй. Давай. Минус. Все, всех вырубил. Может, еще кого-то нужно убить? Нет? Все, клир, хорошо, все. Дружить будем. Basetta! Yes, automated systems. Don't make any sudden movements. I'm rerouting the subroutines. Sure, take your time. Опасные пушечки стоят на меня, смотрят. I was too close. Пресвердил. Это все под землей, по сути. Plenty of time, then. I've reached the chamber with the controls for the weapon systems. Ладно, поехали сюда. Give those fusion reactors a shock, and it'll bring the weapon system back online. I think I've got that covered. Take to the sky! Смотрите, прямо в воздухе. You even know where you are! Там кто-то стрелялся, кажется. Это ты, чувак? Извини, чувак. Very good. That power spike indicates one more reactor to go to bring the system online. Да, станьте мне интересно, потом все разберусь, куда приземлюсь. Need a better vantage point! You got all of us on us! Deal with this! No! Take this! Давайте восстановим нашу броню, потом у нас мы... Не хочу я хитулями торговать. Так. Чё, всё, да, кажется? Вырубили технику из строя. Так, теперь надо с лесами разобраться. Они хоть маленькие, но они противные. Ого, себе. Может, еще какой-нибудь летун здесь появится? Не, ребята, вы только перед тем, как меня отсюда выгонять, дайте мне жизнь. Больше некого бояться? Вот это парень. Так, здесь надо что-то программировать. Давай.
Работаем с Гайми. Done. It's all yours, Perceptor. Very good. Rebooting weapon systems. Ускорение и вперед. Сейчас мы доберемся туда и будем спасать всех подряд. Нифига у них база огромная, да? Я такой задумался. Это я на секунду подумал, что мне не надо. Great. Thanks for the heads up. Your optical interface should now display a countdown to the weapon firing. Jetfire! What have you done with my energon? Sorry about that, Starscream. Turns out Perceptor and I needed to borrow it. You can't. My plans. I'll see you turn to ash for this. Not today. Oh. Рисковато. Вау, нифига, он ДПСит. Так, ладно, слава богу, у меня есть щит, который восстановится сейчас от ДПСа. Нет, все не смертельно, и... А! 30% снимает щита. Здесь-то что будет? Здесь вроде все хорошо и ровно. Ух ты, все здорово, да? О, это уже девятая часть? Не-не-не, ребята, то есть у нас тут есть коробочки, которые мы сейчас с вами отчехлим, целых 5 штук. Это у нас 3 серебряные коробочки, то есть начнем мы с них, откроем. Ребят, скажу вам так, увидим с вами уже в следующей серии, это у нас будет 9-я часть прохождения наших трансформеров, и знаете, осталось совсем дело за малым так-то, если подсудить, да, уже больше половины стакан полон, скажем так. Броневик, посмотрим, что у нас здесь еще нам может выпасть, потому что вдруг что-нибудь вкусненькое есть. Какая-нибудь, знаете, улучшение, мне в основном интересно улучшение на оружие, шершень земля... Электрометатель. А, не то все. Чувак, не тот, не то. Не давай в бронзовых. Улучшение хочу. Улучшение на свои пушки хочу. Нет улучшений. Ну, жаль. Что есть хотя бы. Ну, как есть. Ладно, ребят, увидимся с вами в следующей серии. Вам все самое лучшее. И пока-пока.